Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы поиграем в игру Shadow Fight 2. Подписчики давно просили, чтобы я поиграл в эту игру, но как-то все не было времени. Ну что ж, давайте поиграем и посмотрим, на что, собственно, эта игра способна. Ну что ж, ребята, в бой. Так. Я играю тенью против обезьяны. Отлично, хорошо. Поехали. Раунд 1. Бой. Ах ты ж такой. Бой. Ах ты ж. Ой-ой-ой-ой-ой. Упали, упали, упали. На, ногой тебе. Ой-ой-ой. На тебе мечом, мечом. Вау, круто. Сейчас я тебя зарежу мечом. Вот так, на тебе. Ах ты ж. Ах ты ж. Куда ты? На тебе еще раз вот так вот. Давай-ка, давай-ка, ой-ой-ой-ой, упали, 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 вставай, 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 давай, давай, бей обезьяну, бей, 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 получили мы по щам, ну ничего, сейчас обязательно отобьем, в живот, давай мечом мы его заколем, на, ой-ой-ой, хоть бы не получить от него, нам надо наоборот дать, ой-ой-ой-ой-ой. О, так, отлично. Первый раунд, ребята. И мы победили его. Да, я не знал, что так получится, но мы его в действительности победили. Так, обезьяна против тени. Так, ну что ж, давай. Раунд второй. Ну что ж, на, тебе сразу я начну с мяча. Вот так вот, отлично, пол жизни уже нет. На, тебя ногой буду добавлять еще так вот. Вау, дал мне по щам, я сальто сделал, перевернулся. Вот так вот, отлично, 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 отлично. Отлично, отлично, пошел, пошел, пошел. Вот так вот, все, ребята, отлично. Все, мы его зарезали, у него аж кровь пошла. Все, отличненько. Так, мы выиграли, мы получили приз, 40 этих... Отлично, все. Так. Давайте перейдем. Так, похоже, сообщение. Похоже, что в этом бою возникли проблемы. Ага. Хорошо. Так. Давайте. Хорошо, хорошо. Ага, ага, ага. Ага. Хорошо. Изучить. Ага, это я, получается, сейчас буду изучать этот бой, да? Все. Так, ребята, ну что ж, мы выучили новый бой. Теперь мы... Сейчас давайте зайдем в настройки. Так. Так, 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 все. Внимание, настройки вступят в силу только после перезапуска игры. Перезапустить. Давайте перезапустим. Так, ну что ж, ребята, давайте будем проходить игру дальше. Так, мы были на турнире, теперь мы будем биться с Рейсью. Ты уверен, у этого боя сложность невозможна? Это значит, что у тебя почти нет шансов. В бой, ничего страшного. Мы посмотрим, на что я способен.
Так, обезьяну мы замочили, теперь кирпич остался. Ну что, готов? Бой! Ах ты ж, что такое? На тебе, ух ты! Ах ты ж, на тебе! Ух ты такой! Давай-ка! О! Так, мы его... Так, нам надо кирпича завалить, ребята, потому что кирпич это очень опасный чувак, который хочет нас просто завалить. Да, ребята, это точно. Все, у нас кирпич завалил, представляете? Раунд 2. Бой. Пошел, 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 пошел. Ну, где же это? Ай, да что ж такое? Да, ребята, мне нужно еще учиться и учиться. Чтобы выиграть у кирпича, мне нужно еще заниматься очень много боями различными и... Да. Просто царапина. Не повезло. Так, ну ничего. Не нужно отчаиваться. Пойдем на турнир. И побьемся с кем-нибудь другим. Потому что нам нужно еще подучиться, чтобы... Чтобы быть каким-то серьезным бойцом. Так, ну что, мы против будем жало. Я тень против жало. Ну что ж. Ну что ж, поехали. В бой. Ах ты ж. Ах ты ж такая. Ах ты ж такая нехорошая. Иди сюда. Сейчас я тебя подзакалю немножко. Ты что, красавица. Не попутала ничего, нет? Давай-ка мы с тобой сейчас разберемся по-быстренькому. И быстро тебе надерем задницу. Сколько можно проигрывать, скажите, ребят. Все. Первый раунд мы выиграли. Отличненько. Так, раунд второй пошел. Ну что ж, давайте. Ах ты ж такая. Ах ты ж такая. Ой-ой-ой. Ребята, получил я немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай ногой ее. Да что ж, что ты, что? Я не хочу проигрывать. Давай ее режь. Что ж такое-то? О, да, да, мы ее клали, отлично. Ох, ты что, она мне дала только что колено, а мы ее вот так вот зарежем. Все. Все, ребятки, мы победили. Отлично, отлично. Это просто не может не радовать. Отлично. Тебе нравится Shadow Fight 2? Конечно, нравится. Пожалуйста, поставь звезды нашей игре позже. Потом поставим обязательно. Так, ну что ж, бой, ребята. Открылась третья стадия турнира. Это означает, что мы идем, ребята, только в бой. В бой и все. Без всяких там. Так, ну что, готовы? Иди сюда, я с тобой разберусь по берегу. Ах ты ж такой, ах ты ж такой, иди сюда. Ах ты негодяй. Шутница. Сейчас я тебе сделаю. Ах ты шутница такая. Сейчас мы шутницу поставим на место быстро. Ах ты шутница. Так. Ах ты ж. Ребята, нас еще могут завалить в этом бою. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это она мне дала по щам. И я проиграл. Ай-яй-яй, как же так можно-то, а? Так, давайте еще раз повторим бой. Давай-давай-давай-давай-давай. Поехал, поехал, пошел, пошел, давай, красавчик. Давай, да, валяй ей, валяй. Наваляем ей сейчас, этой шутнице. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-ка бей ее ногой. Так, давай ее суперприемами, которые нас учили. Отлично, отлично, просто отлично. Вот так вот, дна. Да, ребятки, да, ха-ха, мы во втором раунде уложили ее на лопатки. Так, ну что, кто следующий? Ух ты ж, ты что, ты что, ты что, ты что? Ты что ты как мне дала? Ты что так делал? Ой-ой-ой, ты что так? Ты что так? Ой, обижаешь меня, а? Что ж ты делаешь-то?
Я не хочу проиграть. Я не хочу проиграть. Ну, я не понял. Ты что? Где ты столько сил набралась, а? А ну, иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В третьем раунде я проиграл. Это означает, что я проиграл бой с ней. Ай-яй-яй-яй. Так, ты проиграл. Ну, хорошо. Раз я проиграл, ребята, давайте. Похоже, тебя сильно побили. Твое снаряжение бесполезно в этом турнире. Пора купить какой-нибудь доспех в магазине. Ну, давайте купим какой-нибудь доспех в магазине. Так, что мы здесь можем купить? Купили доспех мы. Так, это еще все закрыто у нас. А, мы можем открыть. А, нет, нет, закрыто. Все, ребята, мы купили доспех. И мы можем купить какое-нибудь оружие другое. Я так думаю. А, нет. Пока не можем. Ну что ж, давайте теперь с доспехом попробуем у нее выиграть бой. Ну что, шутница, готова? Я купил теперь доспех себе крутой. Аж ты что скажешь на это? Ха-ха-ха-ха-ха. А ну давай, поехали, поехали. Пошел, пошел, пошел. Ах ты ж такая поганка. Иди сюда, мы тебя сейчас накажем. Я теперь с доспехами, я могу теперь из сальто крутить и быстрее. И разные приколы, приемы. Смотри, как у меня это хорошо получается. И сальто, и ногой ударить я могу. И так, и мечом тут так задеть. И, в общем, я все могу. Все, что хочу, то и могу. Понятно вам, ребятки? Ах ты ж гадость такая. Ребята, она меня просто подрезала. Просто подрезала. Давайте, ай-яй-яй-яй, у нас поровну. Ну как так можно было меня зарезать? Как? Я хотел ей надавать по щам. Ребята, я не сдамся, пока ее не уложу на лопатки. Мне обязательно нужно ее побить. Я просто не сдамся, ребята. Я просто не сдамся, потому что я чемпион. И я не могу просто так сдаться. Ногами у меня лучше получается, чем этими мечами. Да что ж ты никак не можешь... Отлично. Так. Шутницу мы во втором раунде. Если мы и в третьем раунде ее уложим, то мы победим, ребята. Ах ты ж такая, дала. Да что ж такое-то? Что ж ты не бьешь-то? Какой с тебя боец-то? Да что ж такое, у тебя уже полжизни нету. Юра, куда это годится? Давай режь ее, режь ее. Порежь ее, порежь ее полностью. Поломай меня полностью. Порежь, порежь, давай, давай, давай. И в этом раунде мы вздули. Это означает, что мы опять проиграли бой, ребята. Ну как так можно, я не знаю, давайте повторим. И может мы все-таки победим или не победим, я даже не знаю. Как-то я просто в эту игру играю первый раз, и мне очень сложно победить. Мне не хватает, короче, чего-то мне не хватает. Пройдите в магазин. Купить. Купили шлем, короче, мы еще. Купили шлем. А, это примерить. Купили шлем, и сейчас будем пробовать уже со шлемом играть. О, какой-то новый турнир выживания появился, ребята. Мы уже сейчас посмотрим, что за выживание. Раунд один. Пошел. Ого, какой чувак. Ниндзя. А ну-ка, иди сюда. Иди-ка сюда, мы тебе сейчас... Ах ты ж. На тебе, ногой. Ах, такой ниндзя. На черепашку ниндзя похож с этими вилками, ребят. Ах ты такой, на тебе. На. Ах ты ж. О, ты ж такой. Ребята, я никогда не играл в эту игру, так что не судите строго, пожалуйста. Ребята, я победил, собственно. Ну, не судите строго, потому что никогда не играл и не особо ничего не знаю. Ни приемов, ничего. Так что
Я только-только пытаюсь играть. Да, ребят, ну похоже у нас с доспехами, те, которые мы купили, лучше намного получается, поэтому... Ах ты ж такой, я тебе ногой. Ой-ой-ой. Ты что, он мечом? Он уже с мечом. А, это другой ниндзя. Ребята, он меня сейчас просто заколет. Так, третий раунд. Теперь он без ничего. Это какие-то ниндзя, которые меняются. А у меня глаза, ребята, белые. Я на демона похож. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Объясни мне. Ну, куда ты лезешь? Так, меня немножко подрезали, подождите. Давай сальтуху, сальтуху. Давай сальтуху. Все, ребята, мы победили. Раунд 4. А что это такое? Что это за раунд? Какой-то опять ниндзя другой. У него кошкины лапы, ребята. У него просто когти. Ого, ну он тут мне сразу же даст по щам, конечно. Здесь я сразу проиграю. На самом деле мне очень игра понравилась, так что буду в нее проходить потихоньку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это он крутится, он просто как кошка. Реально, ниндзя крутой. Так, ребята, ну что ж, в этот раз мы проиграли, но ничего, обязательно мы научимся играть и обязательно его победим. Так, ребят, ну что ж, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Люблю вас, всех люблю. Люблю своих подписчиков, очень уважаю. Пишите мне, я отвечу на все ваши вопросы и до встречи.